Как правило, если фаленопсис цветет из точки роста, то потом он выпускает детку. Деткование в таком случае – это естественный процесс, потому что точка роста уже прекратила свое движение ростовое, и поэтому деточка боковая дает возможность растению жить, развиваться и цвести. Тут было три цветоноса, один из точки роста и два боковых. Одна боковушечка уже засыхает, а вторая боковушечка была обрезана и вот дала боковое ответвление цветоноса. Так что этот мини-фаленопсис будет цвести.